Thank you. Так, едем мы в Айдахо на озеро, и мы везем с собой каяк, чтобы на каяке поплавать. И вот заехали. Здесь прям едешь по фривею, и такой как бы съезд в бок, нужно обязательно отмечаться. А что, она наклеила, да, что-то? Не, она даже проверять не стала. Наклейку покупаешь и платишь $7 на год. А у тебя есть уже, да, эта наклейка? Да, я купил две для каждого каяка. Я купил. Они просто эти деньги используют, что якобы там это дать, помогать озерам и прочим. Якобы я со своего каяка пыль стрясу, пыль повредит зверушкам. И чтобы зверушкам помочь, им надо денежки на это собрать. На эти службы, которые зверушкам помогают, воду чистят и так далее. Так что я считаю, $7 это вообще... Так что у нас уже, оказывается, все оплачено просто. Но она даже не посмотрела, она даже, да, даже не проверила. А, люди мне верят обычно, нас смотрят мои честные глаза. Так они у тебя с очками, эти честные глаза. Даже если они даже думают, ничего себе, я даже сквозь очки вижу, что парень не врет, то что будет, если я сниму очки, понимаешь? Все, едем дальше. Сколько нам осталось? 15 минут. 15 минут, и мы уже снова в Кардалене. Уже там потом поснимаем. Ничего себе, прямо это у нас перед носом вообще в нашу линию встроился чуть. Еще главное, не этот не включил. Даже. Ага, чуть не врезались в него вообще. Вафел. Вафел. Так, это все, мы уже съехали с фривея и уже к озеру подъезжаем. А он сидит, там ухо чешет. Уши чешутся уже у него, видишь? Да. Его мало трепали за ухо в детстве. Нам так повезло, мы нашли парковку, представляете, прямо возле озера. Это случайно вот люди уезжали. Так классно вообще, в таком месте шикарном. Вот так вот Витя приделал каяк. На всю машину, да, он такой длинный. Мы Ровика с собой взяли, Никитка остался с бабушкой, с дедушкой. И смотрите, здесь что, проходит свадьба. Вот прям на озере приехали. Так, так интересно. На, возьми так. Его. Нет, ты его пока не выпускай. Сейчас я его тут снимаю. Ну, надо, ладно, надо. Ладно. Вот Ровка у нас в такой будке сидел с нами. Ровочка, Ровочка. Пойдем свадьбу чуть-чуть посмотрим. Я вот так хочу заснять немножко. Вот прям на озеро приехали в парк. Представляете, какая-то красота. И они расписываются. Ну, не расписываются, там как вот это читает, да, женщина им что-то. Ну, обещание делают. Обещание, да, дают. Рова, Рова. Ох, ох ты, Рова у нас какой зверь. Агрессивный. Агрессивный. Так вроде дома такой прям. А вон, смотри, еще, это не Джек Рассел пошел. Тоже Джек Рассел с таким хвостиком. Наверное, не обрезали. Так прикольно, да, вот раз. Вот озеро, озеро, люди купаются, и здесь свадьба. Надо же, как интересно. Так, поближе жениха с невестой покажу. Так, Виктор пошел платить за парковку. Когда мы приезжаем с Никитой, у нас есть вот этот значок, да, для disability, у кого инвалидность, и встаешь на эту парковку, и там бесплатно. А вот когда уже вот так без Никитки, то мы уже платим за парковку. Тут тоже так хорошо предусмотрено. Ну, не прямо, наверное, во всех местах. Вон, видите, тоже какой-то теплоходик плывет маленький. Вот пирс, с этого пирса можно тоже отправляться там в круиз небольшой. Гостиница. Значит, мы уже четвертый раз, да, я уже вроде говорила, и вот каждый раз я снимаю тут видео. Ну, потому что все время все-таки по-разному все проходит. А сейчас мы вообще поплывем на каяке. Ко мне. Просто еще немножко вот свадьбу хочу показать. Вот смотрите, как люди одеты. Ровка потянул меня.
Вот на свадьбу пришли в шортах, в ботосах, вообще все так просто. Ну, наверное, также, конечно, зависит от сословий. На богатых свадьбах там и одеты богато, вот на простых свадьбах вот так вот одеты люди. Так, вот так вот Витя везет каяк на колесиках. Мы прям на пляж вышли. Вови рядом. Вот уже мужчина приплыл на каяке. Как раз здесь такой спуск, такой пирсик предусмотрен. И вот на досках люди, на каяках. У нас двойной. Я уже показывала когда-то, в прошлом году когда-то. Вот такой двухместный. Здесь место для хранения, там, допустим, продукты, что-то с собой взять. Два весла. И мы на носровой будем впереди сидеть, а Виктор сзади гребсти. Ой, красота какая, обалдеть. Рова, Рова, видите, рядом тоже подошла женщина, такая пожилая, тоже будет сейчас на каяке плавать. Так, все, мы уже отплываем. Я тут впереди, как красная шапочка. Вот мы с Ровиком. Сейчас Витя садится. Так, нам нужно еще побрызгаться. А, давай сразу. Вот такой вот. Защита от солнца 70, самая классная. Слушай, я их два брала. Не знаю, этот полный, не полный. Так, Витя в своей футболке, подаренной Олегом. Она белая, очень удобно, что не будет вот это солнце притягивать. А я еще себе зонтик взяла, сейчас зонтик открою, чтобы жарко не было слишком. Вот эти классные, мне нравятся. Не надо мазать, заморачиваться, набрызгался. Боюсь, что ровка выпрыгнет и запрыгнет. Так, как мне уменьшить это? Травку убрать? Ой, Рова испугался весла, да? Ну куда ты ко мне лезешь? Ой, мы впервые вообще на Кардалыне плывем на каяке, да? Да. Ты что же не плавал? Вот это место, где я в прошлом видео поднималась, вот сюда вот я бежала. Красота какая! Здесь, правда, такие волны, потому что вон ходят такие большие яхты. И... Слушай, если большие волны, будет нам вода, да? Ну, конечно, без этого никак. Самолет. Вон идет этот вроде корабль большой. Ой, красота какая. Озеро такое, похоже, как будто море. Оно еще так блестит. Видите, оттуда выходит яхта. Плывает. Так, вот они выходят. Нам бы не столкнуться с ними на скутерах. Ровка прижался, что-то он испугался прям ко мне сюда. Липнет, липнет, да, Рова? Ровочка, не бойся, не бойся. Ты думаешь, большие волны нужно, чтобы перевернуться нам? Вот даже люди на этих стендах вот. Мы вдоль пирса плывем. Да, вот люди на этих, на досках. А ты еще так и не пробовал? А, нет, ты ж пробовал уже на доске. Но Витя хотел взять сегодня, не взял. Ой, здесь такая красота, вот горы, там пляж остался позади. Ну что мне так это? Я давно не плавала же. Слушай, я еще с того года не плавала, да, на каяке. И мне уже страшно. Думаешь, такой маленький каячок как бы не перевернулся. Здесь вот тоже яхты. Какие хочешь, да, слушай, такие они все разные. Так, вот девушки плывут на этих досках.
Мы сейчас вон к той горе плывем. А, тоже такой пирс интересный. Там вон чайки сидят. Slow no way. Вот люди купаются вот на этих камнях. Мы тоже когда-то здесь были. 10 лет назад нас вот водили на эту гору. Ну да, вы-то были, мы нет. О, чайки сидят, так прикольно. Слушай, к ним тоже близко нельзя. Они могут это полететь и клюнуть, да? Вот здесь тоже эта яхта. Да, до смерти могут заклевать. Глаз даже выклевать могут. Так, мы взяли покушать, Subway Витя купил. Так что если где-то вот остановимся, будем кушать. Да, они атакуют. Сзади чайки. Да. Ой, не, не надо близко. Они могут, смотри, смотри. Вот мы проплываем мимо такой лодочки. Она такая большая, кажется, да, по сравнению с нашим каяком. Ой, какие волны. Что вон там все плавают. Ой, страшно. Аттракцион Флорида бесплатно. Не говори точно, как на аттракционах выходит. Вот тоже вот эта классная, да, лодка, смотри. У них сверху навес такой. Вот люди здесь на камнях тоже сидят, отдыхают. Вот здесь на скалах, вон дети прыгают прям вот с этого камня. О, может быть, сейчас вот этот будет прыгать, мальчик. Уже один спрыгнул. Ну, давай, давай. Ой, смотри, прям на самом краю стоит. Нет, что-то он не хочет. Он видит, что я снимаю. Не хочет прыгать. Такие волны вообще. Вот этот движется. Корабль возвращается с круиза. А у нас свой круиз, да? А это, смотри, что-то наклонилась яхта как. Вообще боком, смотри. Или это так кажется? Вон тоже кто-то... Ой, мамочки! Ай, такие волны огромные, метровые. Там в расщелине каяки были. Да. Такая лодка промчалась. И вот сейчас до нас опять будут волны доходить. Вот она идет большая. Так классно, ветерок, да, дует? Хорошо, что вот прям нет такого солнца. Я еще даже пока зонтик не открывала. Ух ты, мы уже как уплыли далеко. Вон там вдалеке осталась гостиница наша, пляж. А, еще Рова тут. Рова. У меня, короче, все ноги в Ровкиной шерсти. Ужас. А Рова как ни в чем не бывало, да, Рова? Ой, главное, чтобы телефон не уронить. Главное, телефон. Люди тоже, как и мы, вот на каяках приплыли. Поставили каяки и вот купаются и с собакой там. Это мы как бы уже до самого края этого острова доплыли. Да, смотри. Вот самый край, и это одинокая какая-то обгрызанная эта елка. Сейчас за поворотом будет как раз этот пляж. Издалека как пляж. Пальма. И это, и возможно... Ух ты, как он там рассекает на скутере. Такой двойной. Ага. Вот мы уже подплыли почти к этому месту. Короче, в прошлый раз, когда Витя здесь был один без нас, с Ровиком. Здесь, да, это было? За поворотом. И там люди сидели, и один мужчина был полностью голый. Нудист, нудист. И что, люди его не смущались? Нет. И он людей не смущался. И он людей не смущался. Ну это вообще. Ой, тут вообще так интересно. Смотрите. А, ой, короче, мы прям, ничего себе, все, вот вода на нас затекает, такие волны. Это от вот этого скутера. Смотри, вон люди там на камнях сидят. Маячок какой-то.
Нам главное вот не врезаться вот в эти скалы. А вот тут, наверное, нельзя, да, проплывать? Ну там скалы, мне кажется. Смотри, прям. Сейчас мы будем биться, наверное. Рова на страже стоит, да, Ровочка? Что-то, мне кажется, у меня все там стекло, что ли, грязное. Ой, какая красота здесь, обалдеть, а, это вообще. Вот тоже люди здесь купаются. Эти вообще, вон там на камушках сидят, как чайки. Мы уже уплыли за вот этот маяк. И там тоже пляж. Вот на этом пляже сидел голый мужик. Сидел или ходил, что он там делал, купался? Он там болен. Вот мы можем где-нибудь там. О, Рова! Ничего себе, смотри, перепрыгнул к хозяину. Он со мной не очень хочет, и я тоже с ним. Он, я вся в волосах от него. Он к папе ушел. Папенькин сыночек. Нас Витю больше всех любит. Так. Ой, какая красота. Смотрите, вообще обалдеть. И моя красная шапка кругом. Шляпка. Я ее уже давно не одевала. Что-то вот сегодня нашла, думаю, дай-ка я ее одену. Как раз она к моему наряду и к каяку. Слушай, и каяк же у нас еще оранжевый. У меня стильная каячница. Не говори. Каячница-стилист. Ой, так классно вообще. Так все хочется снимать, Везде, там. Вдоль берега люди. Также он на каяках, на лодках. Но здесь уже в основном на лодках, да? Что-то я все хочу заснять, чтобы кто-нибудь прыгнул. Как мы плывем, никто не прыгает. Вот он встал на самом обрыве. Ну давай, давай, прыгай. А ты сейчас на нас. Или он ждет на нас опять, пока мы проплывем. Нет, так стоит, так и не собирается. Я думала, мы вот проедем, он прыгнет. Нет. Он просто ловит ощущения. Не хочет прыгать. Красота какая. Тут одинокая девушка лежит на камне. Загорает. Да, тоже ловит ощущения. Ровка, Ровик. Рова. Рова? Так, все, я уже достала зонтик, и нас сейчас полностью волна облила. Самая большая была волна. Все, я вся мокрая сижу. И сиденье мокрое. Да, здесь вот целая группа тоже плывет на каяках. Дети там с папой, наверное. Короче, я вся мокрая. Придется зонтик убирать и сушиться. Так, вот, короче, где мы приземлились, на скалах, кровка здесь. Что-то нету таких мест, чтобы был песочек, где есть все занято людьми. Здесь вот, видите, какие эти скалы. Ну, мы тут посидим, сейчас покушаем, отдохнем и дальше поплывем. Главное, мое место все мокрое, Витина сухое, я вся тоже мокрая. Высадились мы вот в таком прекрасном месте, как я уже показывала. И сейчас будем кушать. Вот Subway купили. Ровка там свои вкусняшки кушает. Вот свои кушает, а на мои поглядывает. А да, на твои Ров? Поглядывает, да. Вот сзади такая красота. Витя наяривает Subway. И Рова там тоже просит. Рова не на шаг. Угу. Пивко, как всегда, да? И своему подписчику передай, что я в следующий раз возьму обязательно это пиво. Как оно там? Ice House вроде, да? Нам посоветовали, но вот еще Виктор не брал, вот хочет в следующий раз, что посоветовали. Похоже на наше пиво, говорят. Красота какая, обалдеть. Такое ощущение, что мы на каком-то море. Да?
Смотри, горы еще такие тут красивые. Мне нравится, что горы зеленые, они все в елках. Не такие не желтые, не выгоревшие. А здесь вообще скалы, мы среди скал сидим. И сосны, и небо голубое. Рова, осторожней. Ты куда на такую высоту забрался? Там же опасно. Ой, вообще не углядел. А это кто? Вау! Вот это да! Дама с собачкой. Да, мы, короче, тут сидим, кушаем, как говорится. Сейчас. Прям в гнездо попало. Вау, дама в гнезде. Ну ты прям как это. Супермодель. А вот там мужик. Водолаз. Рови ко мне. Вот. Ну вот тут мы высадились. Вытащили каяк на камушке. Это люди, смотри, наехали сюда на пляж. Мы сидели, вообще никого не было. Ага, вон жена беспокоится, люди наехали. Ты осторожней. Рови, смотри, тут уже все пытается сбежать. Рова! Он пошел этот. Дичь проверить, да, Рова? Дичь! Так, ну чё? Всё, конец. Путь. Так, ну вот в конце уже нашего путешествия мы оплыли всю вот эту гору вокруг и приплыли вот в такое место. Порт. Порт для яхт. Ну, такая вообще классная, да? Смотри, такая большая, тут прям целый домик. Не знаю, или это туристические, может быть, предположение, что и местные люди, кто в Кардалене живут, может быть, это их тоже порт. Да, возможно, да. Такое. Марина, субмарина. Такие лодочки всякие, всяких размеров. Вот. Они стоят большие, вот эти вообще классные. Вот такие маленькие. Ой, уточка, уточка, Рови, уточка к тебе плывет. Подружка. Рова не видит ее. Рови, покажи ему. Все, мы вот Рови, прям оплыли всю эту гору. А, дети там тоже возвращаются. Ходили. Витя Ровку заносит в воду. Фу, закончилось наше путешествие. 3 часа мы плавали на каяке. Вот считай, 1.5 часа у нас или чуть ли не 2 ушло плыть туда до конца вот этой горы. Вот вокруг, видите, этой горы мы плыли. И назад. И уже чуть-чуть времени осталось. Ой, что-то я не заметила. Что, он не захотел? Пока болтала. Здесь вот тоже на ступеньках люди сидят. Рови, давай, 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 давай. Вон там наш пляж остался, где мы купаемся обычно. И здесь возле пирса тоже. Лучше здесь, где хочешь, можешь купаться. Рова! Все? Конец истории. Все, что ли? Сколько осталось снимать?